Я приветствую вас, дорогие мои друзья. Ну, у нас сегодня годовой расклад на следующий год, на 2024 год. Мы будем смотреть влияние планет. Расклад общий, расклад на 12 домов во влиянии планет. Проиграется, может быть, не так, или не у всех так, но общие моменты, общие значения все-таки будут. Все-таки можно к ним прислушаться. Пока ставьте лайки, подписывайтесь и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Давайте мы разложим. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ну и ноябрь, декабрь. Итак, начнем мы с января. В январе у нас влияние Нептуна идет. Что же нам Нептун советует, рекомендует, какие советы дает и какие события, в принципе, могут происходить. У нас идет идеализация. Может быть, какая-нибудь путаница. Путаница может произойти в отношениях. Мы можем жертвить. Нептун советует не быть жертвой жизни. Не жертвите, не выпрашивайте любовь таким образом. И не попадайте в ловушку, да, сами старайтесь ответственность за свою жизнь брать на себя. Смущение идет, неуверенность в себе идет. Это январь. Это если энергия в плюсе. Если энергия в минусе, у нас идет, что нам кому-то надо будет уступить дорогу. Нам лучше других вдохновлять и не заниматься самопожертвованием. То есть, смотрите, мы вдохновляем других, мы другим служим. Пока мы другим служим, мы самосовершенствуемся. Это вот совет такой на январь. Если уж идет путаница в отношениях и непонятно, что происходит, то лучше уступить, попросить прощения, не жертвить и ни на кого не наезжать, естественно, потому что здесь вместо того, чтобы требовать от кого-то, лучше вдохновить, лучше придумать, как в это вовлечь, нежели требовать. Это у нас идет январь. Февраль что идет? Что дает февраль нам? Февраль. Влияние Венеры. Это хорошее время, в принципе, для всего. Для отношений, для красоты, для получения удовольствия. Ну, особенно в феврале. Если делать нечего, дома сидим, то будем, ну, для девочек, по крайней мере, ноготочки пилить. Маникюром, педикюром заниматься, шугарингом. Бани, сауны, отдых для души, для тела, бассейны. Притягательное время женщины к себе могут притягивать, мужчины могут притягиваться. Создаем привлекательность в этом месяце. Месяц может быть замедленный, затянутый, как покажется, потому что Венера, она такая вся замедленная планета. Она растягивает удовольствие, может прокрастинировать. Если энергия в минусе, что будет происходить? Энергия в минусе все равно требует, красота требует жертв, если энергия в минусе. Поэтому приходится все равно себя любить и принимать такими, какими мы и являемся, холить или лелеять. Красота, шарм, очарование. И вот раз уж нету ничего другого, да, будет энергия в минусе, любить себя такими, какими мы есть, холить или лелеять. Ну, естественно, себя прощать за эту прокрастинацию. Ну, так и быть, да, мы не будем париться. Для мужчин, что сулит Венера? Замедленность просто действий и заняться своим здоровьем. Март. Влияние Солнца идет. Это, наконец-то, проявления какие-то. Это осознание, это активные действия, активная деятельность. Ну, не зря тут уже март, весна, уже и солнышко будет вставать, его много будет. Действовать как лидеры придется нам в этом месяце. Себя посмотреть,
Ой, все, себя показать, других посмотреть. Надо будет, да, вот следить, что у других, чтобы себя показывать. Реализация чего-то своего пойдет. Креативить. И смотреть, что жизнь принесет. Тут, знаете, что идет? Расширение влияния и обретение уважения будет. Ну, вот что накреативили, зато и уважают. Апрель. Апрель у нас идет влияние южного узла. Южный узел, он так тоже немного прерывает жизнь. Я бы не сказала, что он прям благоприятный. На апрель он создает тревожность. Люди могут тревожиться о будущем, о том, что сейчас происходит, как я выгляжу, как я делаю. Что советует южный узел? Не быть там, где плохо. Если плохо, уходим. Что из отношений, что с работы? Вот такое он советует. Кто старое забудет, тому глаз вон, а кто помянет, тому два. В общем-то, тут надо будет что-то переосмыслить и идти на разведку. Если новое отношение, на разведку идти. Если новая работа, тоже на разведку. Все надо обязательно разузнавать. И иногда бывает, что вот в минусе надо будет переждать кризис. И не время сейчас что-то делать. А помнить о своих ошибках. Тут идет remember, память. Память о своих ошибках, она идет. Проблемы будут. Проблемы, вот они, трабл в южном узле. На апрель они идут. Ну, видимо, после хорошего периода. Март в апреле, да. Тоже вот взлет и падение. В принципе, вот пошел застой, пошел взлет, пошли проблемы. Посмотрим. Май. Май идет влияние Урана. Уран советует не раздувать из мухи слона и использовать ситуацию себе во благо. Если уж раздувать ситуацию, то только во благо. Улучшать, увеличивать, изобретать, открывать новые идеи. Вот если энергия в минусе, не раздувать из мухи слона. Если энергия в плюсе, возможно, будет необычный пример, на фоне которого вы выделяетесь или вы создаете все своим необычным примером. За вами люди идут. Или вы видите какой-то необычный пример со стороны, вдохновляетесь, хотите так же жить, меняете свою жизнь благодаря этому всему. Это другая дорога. И не такая, как у всех, не такая стандартная, не такая обычная. А какой-то неожиданный шанс в этом месяце будет. Это май у нас. Неожиданный шанс идет у нас на май благодаря Урану, благодаря креативности. Не раздуваем из мухи слона. И создаем что-то. Необычно и нестандартно решаем свои запросы, вопросы. Это так, следующий месяц у нас. Июнь, да, у нас? Июнь, да. Июнь, влияние Юпитера. Тут надо будет что-то подучить. Может быть, будут какие-то дедлайны у студентов, надо будет учиться и учить. А может быть, это новый период для начала нового обучения. А расширение своего влияния, зоны своего влияния. Под Юпитером мы будем находиться, мы будем учить что-то новое. Что-то новое возможно познавать. Юпитер говорит, учимся урокам, уроками жизни будем обучаться. Быть позитивными нам все равно придется. В этих уроках понимать, что хорошо, карму отработали. Юпитер дарует благословение и фортуну. Юпитер, если у вас энергия в плюсе, себя хорошо будете чувствовать, то удача будет идти вам в руки. На июль. Июль у нас идет Плутон. Он советует держать себя в руках. Возможно, сильно тут какая-то энергия, эмоция распаляется. Мы будем чем-то одержимы, чем-то замученные, запуганные. Будем, ну, есть такое влияние, да, возможно, зациклены на чем-то, на какой-то идее, может быть, не особо важной, и потом мы скажем, да ладно, что это я за нее зацепилась, когда можно попроще решить, да, этот момент. Будет какая-то схватка, поэтому
в этой схватке необходимо контролировать свои эмоции. Если энергия в минусе, Плутон говорит, что надо будет сделать это или не делать ничего. Сделай или умри, что называется. Делаем, рвемся, добиваемся или ничего не сделаем. Время, оно конечно, нам вот надо делать. Тоже могут быть дедлайны. И тут идет воскрешение по той простой причине, что, возможно, надо будет себя из глубины души достать или заставить работать, или что-то для отношений сделать. Влияние Плутона. Август. Влияние какое идет? Осознание через Меркурий у нас идет на август. Меньше слов, больше дела. После осознания только мы действуем. Много мыслей. Много мыслей Меркурий будет давать, возможно, трудно будет засыпать. Чтобы эти мысли утихомирить или выцепить из этих мыслей нужные, нужно будет общаться, коммуницировать с людьми, с друзьями и анализировать потом. Потом опять коммуницировать, опять анализировать. В общем, методом мозгового штурма что-то искать. И сказать таким образом своему мозгу, своему сознанию, что мы хотим, и услышать из своего сознания, что хочет оно. Такое коммуницирование Меркурия с самим собой идет. Сентябрь. Влияние какой планеты у нас идет? Влияние Луны в сентябре будет. Воспитание своих чувств должно быть. Тоже женская такая энергия, много эмоций, эмоционирование будет. Рефлексии, реакции. Осознание, что мы чувствуем, как мы чувствуем, это точно будет, и лучше этому учиться. Это тоже такой хороший урок, как этому учиться, воспитание своих чувственных осознаний и чувственных реакций. Что-то у нас будет чувство вызывать, что-то мы будем чувство вызывать. Может быть, где-то захочется поплакать, особенно для девушек, для женщин. Хочется уйти, чтобы никто не видел наших расстройств. Для мужчин будут, скажем так, сильно пробивать по эмоциям, будут понимать, принимать свои эмоции. Если энергия в минусе, что надо делать? Принимать и защищать себя и свои границы. И позволить чувствам быть. Если будут всякие энергии, депрессии, их надо прожить. Пока не проживем, дальше не пойдем. А то в себе закроем, и будет психосоматика. Нельзя, поэтому говорят, принимать свои границы, защищать, позволить чувствам быть и проживать. Нам чувства скажут, как нам поступить. Октябрь. Можно вот этот весь прогноз записывать и потом в течение года по месяцам смотреть. И предупрежден, значит, вооружен, быть начеку. Октябрь. Ой, у нас тут идет северный узел. Но он говорит, что надо верить. Верить во Вселенную. Божественное провидение, что все будет хорошо в результате. Не беспокоиться, за беспокойство нам никто не заплатит. Если что-то делать сейчас, самое время это делать. То есть все идет своим чередом. Если что-то мешает, лают собаки, ну они должны лаять, вы должны делать свое дело. Ванька слушает, да ест, да верит, что все будет хорошо. Вот и тут точно так же. Любые преграды преодолимы через веру. Через веру, что все будет хорошо, через веру, что Всевышний все даст. И вера, кстати, поможет негативную энергию прожить, если у вас. Это кармический узел планеты, северного узла планеты Раху. Так, говорят, что будет успех. Если будет энергия в плюсе, будет успешное проживание и будет выгода в этом месяце. Так что да, держите мысли позитивными, что все было хорошо, тогда негативной энергии не проживете, с вами этого не случится. Будете в хороших, позитивных энергиях, случится все самое лучшее. Ноябрь. Влияние Марса. Марс говорит, что надо управлять своей жизнью, в конфронтацию вступать, в активные действия вступать, при условии, что они будут приносить результаты. Так, конечно, Марс воинственный будет, да, конфронтация, но она такая, если положительная, то это чтобы добиваться своего. Если отрицательная,
энергия противостояния идет, и недостаточно будет мотивации. То есть я не хочу, не буду это делать, вот это может произойти. Не хочу делать для отношений, не хочу делать для работы. Будет откладывание, вот эта вот конфронтация с самим собой может быть, противостояние. Хотя энергизация очень сильная. Лучше себя мотивировать и вот эту энергию влияния Марса запустить на реализацию каких-либо дел в пространстве. Так, и декабрь у нас идет. Декабрь. Влияние Сатурна. Сатурн говорит, будьте реалистичными и не беспокойтесь о будущем. Сатурн, кстати говоря, начинает тут откладывать, говорит, давайте подождем, сейчас не время, будет беспокойство, потому что надо ждать, что сейчас не время, и мы должны что-то, кому-то дать дорогу, чтобы потом смочь сделать. Будьте реалистами, да, ну реально давайте оценивать, слона едят по частям, давайте не беспокоиться о том, что мы не сможем съесть сразу всего слона. Ну, вот в положительном аспекте, в положительном ключе, если у вас будет положительная энергия, вы будете себя чувствовать хорошо, то тут идет зрелость мыслей, предостережение, и будут установлены границы, ограничения в жизни, в пространстве, по отношениям. Кто ищет отношения, может быть, в этот период времени не найдет, потому что есть ограничения. Ограничения, чтобы что-то решить, прорваться. Но вот тут вот предупреждение идет, что будьте реалистами, надо подождать. Сатурн говорит, иногда надо ждать. Это в пределах нормы. Нормально мы ждем, нормально мы во взлетах, мы нормально в падениях. То есть мы проживем вполне себе нормально 2024 год. Ну что, всех благодарю за годовой расклад. Проиграется он у каждого по-своему. Можете себя записать и вот напротив каждого месяца какие-то ключевые фразы написать в новом календаре. Чтобы благоприятно прожить, предупрежден, значит вооружен. Ставь лайк, подписывайся, в комментариях пиши «принимаю с благодарностью» и ставь колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. А я жду вас на личных консультациях. Ссылка в описании канала.